Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Застали последний солнечный денек и успели поснимать наших малышей. Сразу попрошу прощения за звук. Соседи затеяли стройку. Стук молотка будет на протяжении всей съемки. На видео 5 щеночков, 2 девочки, пушистая шоколадочка и рыжая соболиная красотка с темной масочкой. Остальные мальчишечки. Лиловый гладкошерстный и 2 батончика, черно-подпалый и шоколадный. Малыши получились очень интересные, забавные. Ну и, как обычно, очень игривые. Малышей можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка, как обычно, под видео. Выбирайте щеночка, наблюдайте за хулиганами. Приятного вам просмотра!
что за красавица такая? Ой, какой окрас красивый. Рыжий соболиный. 700 грамм. А нет, нога. Нога, сзади еще нога. Вот, 840 грамм. Ну, освобождай место, милая. О! Лиловый мальчик Тоби. И мой золотунечка. Брат по прикусу у нас. По весу он 830 грамм. О, батончик шоколадный. Батончик красавчик наш. Ох, дяденька прям. Вот такой дяденька. Сколько? 1,2 кг. Вот, молодец. Взвесился. Так, еще батончик. Черный подпалого окраса с белым. Вот такой вот. Так, по весу 1 кг. Вот ты моя девочка. Шоколадная, пушистая, будет шоколадный подпалого красивого окраса. По весу 830 грамм.